Мы находимся на острове Татышев, здесь состоялся первый молодежный агрофестиваль. Наша проблематика была – это развитие, поднятие престижа профессии, связанных с фермерским хозяйством и с торговлей. Мы хотели показать, что фермерское хозяйство сегодня – это не только вырастить что-то на своей грядке и продать возле своего дома. Это огромные процессы. И мы решили, что помимо большой выставочно-ярмарочной части, нам нужна зона университет, где мы позвали экспертов не только краевого уровня с профильных мест обучения потенциальных фермеров и предпринимателей, но и, конечно же, экспертов с агрофедерации. Люди, фермеры, живые истории, которые делились своим собственным опытом и рассказывали, что быть фермером сегодня – это прикольно, это классно и, самое главное, это прибыльно. На территории инициативной молодежи у меня появилась возможность защитить проект экспертом Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». И я стал победителем гранта. Любые денежные средства и любой проект – это огромная ответственность. И именно этот грант помог нам масштабировать наш проект до уровня краевого. У нас было огромное количество фермерских хозяйств, у нас была зона-сцена с более чем 150 артистами, у нас был зона-университет, у нас была зона информационного центра. Все это и стало первым молодежным агрофестивалем, ну и, конечно же, наши гости. Любой проект невозможен без реализации команды. И скорее команде я хочу сказать большое спасибо и сказать спасибо всем тем, кто помог нам организовать первый молодежный агрофестиваль. Это молодежное правительство Красноярского края, это РССМ Красноярского края, это Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь», это ресурсный молодежный центр, это, конечно же, администрация города Красноярска, это агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Мы всем говорим спасибо и, конечно же, еще раз повторю, что мы говорим спасибо нашим гостям, фермерам, которые поверили, приняли участие в нашем фестивале, экспертам и, конечно же, всем тем, кто был причастен к нашему первому молодежному агрофестивалю. И, конечно же, хочу сказать спасибо «Артстилю». Именно они придумали название «Грядка Фест», а также упаковали наш фестиваль в эти цвета.